We have Sunny and Bahir. Вестминстерский клуб собаководов в Нью-Йорке включил в список участников ежегодной выставки еще одну породу. Это элегантный азавак, родина африканской борзой, территории современных Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Это высокая стройная борзая. Это красивые собаки со сдержанным темпераментом. Изначально их разводили в Африке для охоты. Они охотились на зайцев и кабанов, на всех зверей, которых нужно догнать очень быстро. Но также эти собаки спокойны и любят полежать на диване. Азаваков также держали для охраны, а еще они были признаком статуса владельца. Эти борзые признают только одного хозяина. Он необщительный, сдержанный и очень любит тех, кого примет. И он постоянно на стороже, потому что в первую очередь это собаки-охранники. Собаки породы азавак будут выступать в гончей группе. Вестминстерская выставка собак пройдет в Нью-Йорке в 144-й раз. В ней будут участвовать 2500 лохматых питомцев 205 пород.